бесшумный малогабаритный автомат АМБ-17. Разрабатывается концерном «Калашников» на базе малогабаритного автомата АМ-17. Автомат АМБ-17 предназначен для вооружения бойцов подразделений специального назначения. Для обеспечения высокой эффективности поражения целей в сочетании с малой шумностью выстрела автомат использует специальные патроны с дозвуковой скоростью пули СП-5 и СП-6 калибра 9 мм 9×39. Автомат АМБ-17 имеет компоновку с компактной пластиковой ствольной коробкой П-образного сечения, армированной стальным вкладышем, в которой в подвешенном состоянии располагается затворная группа. Автоматика оружия использует газовый поршень с коротким ходом и запирание поворотным затвором на 3 боевых упора. Сверху на ствольной коробке выполнена планка Пикатинни для установки различных прицельных приспособлений. Снизу к ствольной коробке при помощи двух поперечных штифтов присоединяется коробка ударно-спускового механизма, выполненная из пластика с приемником магазинов, пистолетной рукояткой и спусковой скобой. Органы управления оружием двусторонние, на верхней поверхности ствольной коробки выполнено направляющее типа Пикатинни для установки современных прицельных комплексов. Пластиковый телескопический регулируемый, приклад складывается в бок на правую сторону оружия. Автомат укомплектован интегрированным глушителем звука выстрела. Для стрельбы используются коробчатые магазины, совместимые с автоматами АС-ВАЛ и СР-3М «Вихрь». Тактико-технические характеристики. Используемый патрон. 9×39 СП-5, СП-6, ПАП-9. Тип автоматики. Автоматическая. Длина. 850 мм. Длина со сложенным прикладом. 600 мм. Вес без патронов. 2,9 кг. Емкость магазина. 10, 20 и 30 патронов. Темп стрельбы. 700-850 выстрелов в минуту. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.